А всем привет, как всегда у микрофона Флейденсон, и сегодня будет первая часть по игре PUBG. Сегодня попытаюсь взять топ-1. Ай, все. Меня, короче, убили. Раз, два, еще там где-то третий. Ну а что с этого получится, вы узнаете, досмотрев данный видеоролик до конца. Буду я идти в соло сам, поэтому мне никто не нужен. Также я не очень долго играю в данную игру. Вот такой вот внешний вид я себя одел. Вот такой вот самурайчик. Да, это жестко. Ну что же, не будем медлить, начинаем. Судя по всему, вот я смотрю на скины, здесь будет очень жарко. Но это не точно. Так, там уже есть игрок, летит он на арену или куда, я так и не понял. Скорее всего, возможно, я буду его вычислять, поэтому давайте полетим вот сюда. Давайте попытаемся взять его на кулаки. Если он, конечно, не в этот дом не войдет. Уже кто-то стреляет. Вы куда стреляете? Я еще оружие даже не взял, а вы уже стреляетесь. Сразу калаш берем. Слышу игрока. Минус один. Так, ну пока 3 килла, здесь особо ничего интересного нет у него. В принципе, давайте еще сюда зайдем, здесь у нас упор есть. М416, в принципе, я ее заменю. Как вы видите, на М-очку у меня тоже есть некий скин. Ну что же, больше здесь ловить в принципе нечего, нужно бежать в зону. На ту арену я вообще не знаю, есть ли смысл бежать. Там по-любому очень много игроков, по-любому они в тиме, я один ничего не сделаю. Но как бы у меня здесь выбора мало, машины нет тоже, поэтому придется туда идти. Сзади тоже никого нет, да в принципе я считаю, что здесь и так мало будет игроков, потому что я почти в самом конце карты, в самом, практически. Нужно как-то попасть вот сюда. Нужно будет не очень открыто идти. Где-то прятаться, где-то приседать. Во, вижу уже одного игрока. Это, скорее всего, бот. Посмотрите, как он двигается. По-любому бот. Посмотрите просто, как он ходит. Так, у нас есть таблетки, магазин. Магазин какому оружию? Никакому, значит, выкинуть. Это что у нас? Утконос, дробовик. Зачем он мне нужен? Давайте я сразу таблетки выпью. Судя по выстрелам, где-то там. Это какая-то арена, что ли? Я вообще первый раз эту местность вижу. Я даже не представляю, где здесь можно будет и перестреливаться. Мне не очень нравится управление. Сделали бы управление как в Need for Speed. Было бы другое дело. Так, я уже слышу выстрелы. Давайте поднимусь наверх. О, как раз таки второе. Второй шлем, отлично. Эмочка, что, будем ее менять? Скорее всего, да. Третий сюда поставим, это выбросим. И возьму снайперку. Гранату кину. Дал тычку. Нужно садиться и быстро ехать в зону.
вот есть чел. Вот еще машина. Сразу аптечку изуну. Да-да, спрятался. Сейчас я ему дам. А, так там еще двое. Так это меняет исход. Давай, лечи его, лечи. Давай, давай. Вот и все. Так, что у нас там обстановка какая? Так, в принципе, 4 осталось. То есть это, скорее всего, я и еще кто-то. Вижу одного. Все, меня убили. Но здесь без вариантов, то есть меня окружили. Ну а я все-таки решил так просто не останавливаться и захотел еще раз попытаться занять топ-1. Но в этот раз я уже пошел не один, а с рандомными напарниками. Вот это поворот! Так, сразу же у нас неплохой лут. Забираем все, все, что только можно. Аптечки, все это ко мне на базу. В принципе, ничего особенного. Ну, я не знаю, стоит ли брать или нет. Да не, я думаю, нормально и так сойдет. Бронежилет. Так вот, есть второй левел. Все, походу я застрял, я не могу идти. Может, лечь можно как-то? Нельзя лечь. Даже так я не могу вылезти отсюда. Что делать? Я в какой-то текстуре сижу и все. Невозможно лечь, невозможно ничего делать. Вот, я иду как бы. Да уж. Ну и, собственно, ничего я с этим поделать не мог. Мои тиммейты от меня уехали и оставили меня одного, пока меня не добила зона. Поэтому, видимо, не судьба мне занять топ-1. В принципе, на этом все. Обязательно оставляйте свои комментарии, будет интересно их почитать. Ну а с вами был...